должны появиться информационные таблички, крупные, понятные, что здесь межмуниципальный транспорт останавливается, а здесь городской. Это первый момент. Второй момент. Камеры, которые стоят, их нужно поставить таким образом, чтобы они фиксировали нарушителей, которые хотят и на городскую остановку заехать, еще на межмуниципальную. Потому что это создает пробки. А должны какие-то быть системные штрафы, наказания, дополнительно провести, в общем-то, рекомендательную работу. И, конечно же, должны появиться лавочки. Мы этот вопрос также будем обсуждать. Если этот вопрос не решится силами бюджета городского либо регионального, мы готовы найти решение своими силами.